Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Уильям Бугро, старшая сестра. 1869 год, холст масла, 130x97. Французский живописец XIX века Уильям Бугро, яркий представитель так называемого салонного академизма. Его мастера работали в строгом, идеализирующем стиле, успешно синтезируя последние жанровыми сценами. Представленная работа – прекрасная иллюстрация данного направления. В центре изображена девочка, которая держит на руках младшего брата. Бугро написал своих детей, дочь Генриету и сына Поля. Героиня весело, с интересом смотрит на зрителя. Ее поза достаточно непринужденна. Все это черты жанровости. Академические признаки заключаются в симметричной композиции, неклассической цветовой гамме, монументализации портрета благодаря пониженной линии горизонта, общей идеализированности модели и пейзажа. Мастер был очень популярен среди консервативной публики и коллекционеров Европы и Америки, разделявших идеи пуританской культуры. Вот такое описание к работе Уильяма Бугро. Работа называется «Старшая сестра», написана в 1869 году. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.